дядя Витя, с днем рождения, но ты наш должник. Я вспомнил. Вы раньше часто приезжали в Сухаревку, когда у нас там были летние каникулы. И всегда это было как чудо. То есть приедут на мотоцикле, на Яве. Знаете, что такое Ява для наших, для детей? Мы единственную Яву видели в Сухаревке, когда Безрукий, Безрук, помните, ездил на Яве? Но он так быстро ездил, что мы только слышали звук Явы и видели, что он без рук. А тут приезжают дядьки на Яве с люлькой. А люлька такая обтекаемая, как космический корабль. Мы туда-сюда, они на подножку поставят. И говорят нам, крутите колесо. Мы крутим, смотрим, другой залазит, Леха там залазит на бак, смотрит скорость. Они говорят, неправильно крутите. Ну как неправильно? Крутите в обратную сторону колесо переднее. Мы говорим, зачем в обратную? Так надо, сколько вы, типа, накрутите, сможете накрутить 100 километров? А сами пошли к тете в гости. А мы, что нам на них смотреть, нам мотоцикл. И мы давай крутить в обратную сторону. Крутим, крутим, они придут. Что-то мало накрутили, мы пошли купаться. Выходит купаться, мы крутим, крутим, потеем с Лехой, с Женьком, я же не помню, с Серегой. Короче, крутили и крутили в обратную сторону. Оказывается, не так просто крутили. Я только сейчас понял. Вы же скручивали пробег нашими руками. И, наверное, продавали дороже свою технику потом.